Практическая психология. Здравствуйте, в эфире программа «Практическая психология». В студии практикующий семейный психолог Надежда Бушмелева. Сегодня мы говорим о интернет-зависимостях. И раскрыть эту тему я пригласила врача, гештальтерапевта, психолога, мою коллегу Елену Шарову. Лена, здравствуйте. Здравствуйте. Вы являетесь у нас специалистом широкого профиля, но лучше всех, мне так кажется, да? Ну, по крайней мере, я так всегда, если какие-то вопросы возникают, направляю к вам людей, связанными с зависимостями. И вот когда встал вопрос о интернет-зависимостях, да, я подумала, все, я прямо Лену буду рада видеть в нашей программе. Что же такое интернет-зависимость? Как мы можем определить, что вот она уже развивается? Ну, я скажу такой сейчас очень сухой термин, да, то есть чтобы понятно было, что интернет-зависимость все-таки отличается просто от увлечения интернетом. Uh-huh. Ну, во-первых, интернет-зависимость – это своеобразное психическое заболевание, которое сопровождается бесконтрольным нахождением в интернет-сети, неспособностью вовремя оттуда выйти, отконтролировать свое время пребывания в интернете и рядом сопутствующих поведенческих проблем. То есть если человек сидит, например, 4 часа, и у него нет сопутствующих проблем в социуме, со здоровьем, то мы это еще пока не можем относить к интернет-зависимости. Но это все равно уже погранично, ну, да? Скажем, да, мы можем говорить, что это человек в группе риска развития интернет-зависимости. Угу. Здесь необходимо просто человеку обратить на это внимание, особенно родителям на детей. Да. Обратить внимание и корректировать, да, чтобы зависимость не развилась. Угу. Хорошо. А вот по каким признакам могут родители определить, что все, если мы сейчас говорим только о детях, да, или же у себя, если вы вдруг начали замечать эти самые признаки, что я в группе риска или я очень близок к этой самой интернет-зависимости? Ну, вообще тревожным звоночком, который может говорить о том, что интернет-зависимость начала развиваться, является нахождение в режиме онлайн. Ведь сейчас в интернете сидят не только с компьютеров, сидят с телефонов, ну, с различных гаджетов, да, когда человек находится в режиме онлайн 5 часов и более. Так, а вот те люди, которые, для которых профессия является... Вот мы сейчас немножечко это разделим. То есть вот давайте сначала про симптомы. Давайте. Да? То есть 5 часов и более, если он сидит в режиме онлайн. Мы сейчас говорим про интернет. Так. Подобные формы зависимости на сегодняшний день у нас страдает в мире. Если ведется определенная статистика, порядка 10% уже людей на сегодняшний население, день. Да? Да. Кроме того, когда идет именно подмена, активная подмена общения реального на виртуальное, это тоже уже звоночек. То есть человек в реальности-то, да, практически не контактирует, замкнутый, а в виртуальном мире он прямо очень активный, там себя как-то даже пиарит, да, а в реальности у него контактов нет. Кроме того, могут появляться признаки ломки, ну, так называемые ломки, то, что есть, это называется абстиненция, да, как у любой зависимости. Как это, мы можем это определить? Это когда возникает раздражение, когда нет длительной возможности выходить в социальные сети или вообще в интернет? Вообще в интернет-пространство. То есть человек сидит где-нибудь, ну, к примеру, там, на вокзале в каком-нибудь там населенном пункте, говорит, ну, даже интернета нет, и начинает по этому поводу раздражаться. Или уезжает куда-то отдыхать, ну, к примеру, там, на природу, и понимает, что нет выхода в интернет, и начинается тоже вот это раздражение. Даже у некоторых появляется даже тревога в связи с этим, что я как так долго так, не был, да, в интернете, а что там вообще вдруг происходит? Вдруг я что-то пропустил. Да. И человек этот пытается, вот утром проснулся, сразу выходит в интернет, и чтобы все время быть в интернет-пространстве, чтобы прямо вот у них даже тревога снижается в этот момент. Кроме того, нарушается сон. Это тоже признак развивающейся интернет-зависимости. Человек ложится спать, не могу уснуть, говорит он, встает и выходит в интернет. Опять. Или лежит, включает телефон и лежит в интернете. Вроде бы прикрываясь тем, что не спится, да? Да. Я тут... Да, я посижу в интернете. Нерегулярное питание здесь имеется в виду, либо забыл поесть, либо переедание. То есть сижу в интернете, параллельно ем, причем уже не контролирую, что ем, да? Вот что-то закидываю в себя и закидываю. Некоторые... Тут же сразу, наверное, пищевая зависимость развивается. Там много зависимостей появляется одновременно, но при этом, ну, иногда даже видно бывает, приходишь куда-то в кафе поесть, люди сидят, едят и сидят вот параллельно в телефоне, да, с кем-то переписываются. Можно увидеть так за рулем, некоторые ездят, да, постоянно сидят. Расстройство внимания,
Конфликты с окружающими, также готовность вкладывать деньги в интернет, то есть человек даже не представляет, как можно сэкономить на интернете. Приехал в гостиницу, будете ли оплачивать интернет? Конечно, то есть это прямо даже не обсуждается. Угу. Знаете, как то есть вот это та самая сладость, от которой я никак не могу отказаться. Да, на чем-то другом будет экономить, но на интернете нет. И я уже говорила, отказ от общения в виртуальной жизни, в реальной жизни, и в том числе отказ от развлечений тоже в реальной жизни. Хорошо. Лена, вот смотрите, в принципе, зависимость – это болезнь, да? Да. Но вот вроде бы так мы сейчас с вами идем, смотрим, да, память там, да, хуже стала, там, внимание, настроение, эмоционально человек, да, уже совсем не в приподнятом, да, чаще всего бывает, да? Угу. А каким-то образом это сказывается дальше на физическое здоровье? Нет, физическое здоровье, естественно, страдает. Только смотрите, любое психическое заболевание, мы о физическом здоровье говорим уже так. Угу. Поскольку, это уже как следствие психического заболевания. Гиподинамия, да? Гиподинамия, сколиозы, варикоз нижних конечностей, эти же геморрои, то есть все, что связано с гиподинамией, конечно же, это присоединяется. Но на первом-то месте это психическое заболевание. И мы говорим именно о расстройствах психического здоровья в данный момент. И, соответственно, физика, она присоединяется уже позже. То есть это как последствия идут. Хорошо. Вот знаете, пока вы перечисляли, я прямо посчитала, у меня тоже некоторые признаки уже есть. То есть надо вовремя останавливаться. Вот возможно это сделать? Ну, давайте мы сначала разделим, вот вы задали в начале передачи вопрос, с какой целью сидит человек в интернете. Да. Вообще необходимо просто понимать, что давайте с подростков начнем. Когда давайте. Мы ребенка приобщаем, даем ему возможность впервые выйти в интернет. У каждого ребенка это свой возраст. Вообще считается, что лучше всего это со школьного возраста, когда появляется задание, домашнее задание, без которых вообще интернет, без интернета трудно их выполнить. То есть ребенок должен понимать, что в этом есть польза. Ну, вообще, в Европе, я вот знала, когда изучала тут недавно образование, в первом классе у них есть такое понятие, как урок интернет-грамотности. Да, да. То есть ребенок должен изначально понять, что это не удовольствие, это не мультики, это не какие-то там... Игры. Да, игры, а это в первую очередь польза. И когда вообще впервые человек попадает в это пространство, понятно, что сначала идет увлеченность вот этими процессами интернета, что можно сюда зайти, здесь почитать, это узнать. И сначала это вот увлечение, это нормальный, естественный процесс у любого человека. Затем человек переключает со временем свое внимание на реальную жизнь, на реальное общение, на реальные игры. И вот тогда считается, что это уже норма. То есть человек умеет переходить из реальной жизни в виртуальную, из виртуальной в реальную. Вот тогда это будет норма. Если же человек настолько увлекся, что начинает из реального мира уходить в виртуальный, то есть общение виртуальное, фильмы только виртуально, то есть в кинотеатр никуда не хожу, что там еще может быть виртуально, игры только виртуально, знакомства только, любовь находят виртуально, да, все. То есть, а дальше просто доползаю, может, до постели, да, засыпаю, встаю, опять выхожу вот в этот виртуальный все мир. Все мысли направлены, когда же можно сесть и, например, пообщаться или поиграть. То есть все мысли в течение дня у человека начинают быть направлены именно в это русло. И вот смотрите, ведь и вы практикующий человек, да, наверное, очень много приходит родителей, которые говорят, ребенок вообще перестал ходить в школу, ребенок вообще перестал, общаться с нами, вот он закрывается в своей комнате, дай бог, если вышел что-то покушать, и больше мы не можем никаким образом управлять. А если мы вдруг отключаем это, то мы получаем истерики. Здесь опять же, если говорить про детей, я всегда говорю, начинаем с профилактики. Очень многие родители, не думая, то есть изначально, говорят, как говорится, думай на берегу и заключай соглашение на берегу до того, как развилась болезнь. То есть если вы ребенку покупаете гаджеты, а ему 3-4 года, и восхищаетесь, он так здорово, он так быстро все получается, он туда зашел, сюда. И так быстро играет, и так быстро ориентируется. И когда нужно ребенка как-то отвлечь, все время ему дается просто гаджет в руки, не ждите того, что вдруг он сам осознанно перестанет этим заниматься. Скажет, заберите у меня все, я собираюсь жить нормальной, полноценной жизнью. Да? Его начинают приучать изначально, что это форма развлечения и форма именно досуга.
Знаете, не так давно я ездила просто на поезде и обратила внимание, что дети маленькие, трехлетние дети, чтобы они не мешали никому в поезде, им всем суют руки гаджеты. Да, главное, чтобы не кричал. Вот. Я сидела и думала, а что мешает взять маме сесть рядом и почитать, например, книгу? Угу. Это же совместный досуг. Мало того, что ребенок развивается в это время, он вместе с мамой этим занимается. Или взять какие-то игрушки и поиграть вместе. Но маме проще просто вот сунуть, сидеть там, заниматься какими-то своими делами, и все. А ребенок там, да, он тихо сидит, он мама в стрессе, беспокоит. Мама в дороге с ребенком. Я просто пока писала исследовательскую работу, я тоже на эти грабли наступила, потому что мне нужно было, чтобы у меня было как можно больше времени свободного, и маленькому ребенку я, конечно, давала смотреть мультфильмы. И теперь мы хлебаем полной ложкой эти процессы. Потому что, а почему раньше можно было 5 мультиков смотреть, а сейчас только один и идти играть? Вот. Дальше я уже говорила, что лучше всего начинать вот при общении к этой вот интернет-пространству, мы сейчас говорим, да, все-таки уже с осознанного возраста, когда ребенок пошел в школу, угу. чтобы он в первую очередь понимал, что это польза. А контроль на первом этапе, какие сайты, какие игры, конечно же, должен быть. На сегодняшний день ведь даже есть, да, специальные там программы, где можно там закрыть определенные сайты, чтобы ребенок туда не выходил. В начальной школе он еще не знает, что можно сменить там браузер, да, и через другой зайти. Соответственно, вот этот контроль обязательно нужен. Контроль временной. То же самое. Знаете, как вот ребенок идет гулять, и ему говорят, вот 8 часов или там 7 часов вечера ты должен быть дома. Здесь то же самое. К сожалению, договариваемся. Да? Если ты делаешь проект, да, у тебя есть полчаса, через полчаса, да, я сразу прошу, же, чтобы ты просто вышел. Сразу же идет договоренность, что вот, понимаешь, вот только столько. Угу. Все. Остальное время мы с тобой будем заниматься тем-то. Ребенок должен понимать, что после этого у него не пустота образуется, а есть еще какие-то определенные занятия, причем он будет этим заниматься с родителями. Ему это будет интересно. А родители же, я уже говорила, чаще всего это же легче всего, да, так. Ну, это просто такое пространство, где, ну, и все, он же не бегает никуда, не гуляет. Угу. А то, что интернет-зависимость развивается. Да, под контролем, как говорят некоторые родители. Я думала, что сидит у меня тут и сидит, зато нет друзей наркоманов, там, ни хулиганов, как всех бы, типа, остальных. Да, вот, угу. Неизвестно же, с кем он там общается. И еще следующий момент. Обязательно в семье должны быть совместные традиции, совместное времяпрепровождение, чтобы ребенок понимал, что ему в семье интересно. Что, да, вот я в интернете сколько-то посидел, а что-то в семье происходит такое интересное, что я хочу быть с семьей, я хочу быть с мамой, с папой, я хочу быть с братом, с сестрой, потому что у нас есть интересное занятие совместное. Да, не так, как бывает. Да, в выходной все поехали на природу, а ребенок, там, подросток, например, говорит, не-не-не, это вы давай, там, ну, сами, или, сами. Да, или наоборот, родители определяют, чем будет заниматься ребенок. Угу. Я просто приведу пример. Не так давно ко мне приходила семья, у ребенка начали появляться признаки интернет-зависимости, и когда спросили, что у вас есть совместного? Чем вы занимаетесь? И папа с таким возмущением мне сказал, да мы все время ездим там в сад. Мы там картошку копаем, картошку садим. Что ему еще надо? Это ребенок. Ему что, интересно ли ему, нет. Да, интересно да. ли ему садить? Да, он, конечно, ест, но для него это неинтересно. Угу. И поэтому, соответственно, он там старается всяческими способами избежать этой картошки и лучше уже зайти в виртуальную вот эту реальность, да, там посидеть с друзьями, пообщаться. Ну вот тут у нас сразу же получилось, что мы как бы и вроде о профилактике поговорили, потому что если вот эти пункты соблюдать, да, то интернет-зависимость дальше от вас уже да, отходит. Давайте поговорим о видах. Какие виды есть у интернет-зависимости? Ну, давайте про виды, да. Действительно, что на сегодняшний день вообще наукой выделяется 5 видов интернет-зависимости. Первое – это беспрерывное общение в чатах, форумах и в соцсетях. Причем с какой целью? Расширить круг знакомств, представить себя с лучшей стороны. Это, ну, скажем, такой своего рода самый безопасный вид общения, потому что можно там представить себя таким человеком, каким хотел бы ты сам себя видеть. При этом не нужно развиваться, не нужно личностно расти, не нужно там себя как-то совершенствовать. Ты же можешь там любую картинку поставить, что угодно отфотошопить, что угодно о себе написать, и все, да, и ты будешь представляться вот именно таким, ну, героем. Кроме того, у таких людей, которые вот попадают в эту зависимость, появляется ощущение, что им все можно,
и все позволено. Вот этот буллинг, который организуется, это как раз организуют люди, у которых есть вот эта зависимость от чатов, от форумов и от соцсетей. Они прячутся за чужой картинкой, могут за чужим именем, и начинают устраивать буллинг, то есть травлю других людей. При этом некоторые, мне кажется, даже за это получают деньги. У меня такое впечатление иногда складывается. И, знаете, не так давно, опять же, с одной клиенткой работала, у нее погибл сын. И об этом было написано в одной из наших газет кировских. Не буду называть газету. У них есть свой сайт, и там есть тоже форум. И там организовали такую травлю ее сыну, такую гадость о нем стали писать, что женщина понадобилась, мало того, что она в горе, что у нее сын погиб, ей понадобилась дополнительная психотерапевтическая помощь еще от этого буллинга. Потому что она погрузилась в такую тяжеленную депрессию. Это вот как раз, да, вот этот вот люди в зависимости, они сидят, им вот это вот ощущение вседозволенности. Ну, не знаю, нет такого пока закона, который бы запрещал, я думаю, что давно уже пора подумать об этом, потому что люди травмируются от этого. Причем мы это видим практически, начиная с наших детей. Да. На второй вид – это поиск информации. Вроде бы такой безобидный вид зависимости, но чем он характерен? Это, знаете, когда человек заходит в какую-то соцсеть и начинает читать разные статьи, разные обзоры, все подряд. То есть нет какой-то конкретики, что я хочу почитать. Так. Просто читается все подряд, что в Африке происходит. Ну, это прям как с едой, знаете? Да. Это, я сейчас объемся этой информацией. Всей информацией. Да? А в итоге ведь токсичность какая-то, наверное, абсолютно наступает. Причем да? нет какой-то структуры и нет какой-то продуктивности, и получается огромный перегруз ненужной информации. Вроде так начитался, и человек причем выйти из этого не может. Подожди, я еще про это почитаю. Ой, здесь вот еще вот это надо почитать. А еще если, например, там тема, да, если тема, например, со всякими заболеваниями, там еще что-то, да, в итоге потом люди ставят себе диагнозы, да. А еще и лечатся там же. Там же где-то находят какую-то информацию. А третий вид – это игромания. Это самый такой, ну, известный вид зависимости, да, когда человек просто попадает в эту зависимость онлайн-игр и не может уже оторваться. Ну и плюс ко всему сюда, наверное, присоединяется семейный бюджет, да? Что это уже немало. Но это мы сейчас про другое скажем. Это интернет-казино. И мы сейчас говорим про онлайн-игры, где, ну, особо не вкладывают финансово. Но они сидят там, причем это вот как раз признак того, что нет недостаточно увлечений и недостаточно каких-то совместных мероприятий именно в семье. И, ну, человек находит увлечение вот здесь, вот он играет. Там да. сразу же и общается, если еще сетевая. Параллельно еще и знакомится. Я знаю, там целая любовная история возникает в результате этого. И к этой же игромании относится, когда человек сидит, например, в Инстаграме и занимается рейтингом своих лайков. Так. Или своих подписчиков. А это можно тоже, об этом поподробнее? Да, это тоже относится к игромании. То есть это человек, который пытается приобрести популярность, ну вот это опять же говорит про зависимость, зависимо от чужого мнения. То есть человек становится зависим от чужого мнения. То есть что там, когда кто-то меня оценил, кто-то мне там, да, сказал, вау, круто, и начинается да? сравнение, то есть начинается сравнение, у кого больше лайков, у кого больше подписчиков, и людей-то начинают градировать и, ну, скажем, возводить в какие-то там ранги, да, соответственно, сколько у кого подписчиков и лайков. Это вообще неприемлемое, ну, скажем... Особенно, мне кажется, для подростков, да, вот тут надо нам... Ой, слушайте, для подростков и для взрослых, потому что, когда я слышу взрослое, что мне нужно очень много собрать лайков и подписчиков, это же, ну, во-первых, круто, это... Таких взрослых очень много, даже старше 30 лет, поверьте Серьезно, мне, да, прям реально ищут себе подписчиков, чтобы вот так раздуть такой мыльный пузырь, создать, что, смотрите, сколько... Насколько я интересный человек окружающим. При этом эти люди, которые в реальной жизни вот этого, скажем, общения имеют недостаточное, да, и признания тоже недостаточно. То есть, в принципе, у людей с самооценкой есть какие-то проблемы, самооценка – проблема, да? И когда начинает еще приобщать к этому детей и говорить, посмотри, вот, а я-то, да, вот посмотри, у тебя родители-то какие популярные за счет вот, да, вот у нас сколько подписчиков. Ну, это практически такая зависимость, ее трудно вот сразу вычленить, но они уже не могут без этого. Постоянно, ну, можно просто видеть девушек, женщин, в основном, кстати, это женщины-девушки, хотя мужчин тоже немало, которые смотрят, у кого сколько лайков и у кого какие подписчики. Прям даже выискивают эти вот моменты и постоянно сидят, например, в этом же Инстаграме. Вот. Ну, вы смотрите, опять-таки, да, для подростков, для них это очень важно, потому что если, например, я выложил там красивую фотографию, там, да, я там, долго-долго там искал этот ракурс удобный, и если, я вот, например, знаю деток, да, которые говорят, если никто не оценил, да, то для меня это трагедия.
Это вот тоже уже признак? Да, это признак зависимости, трагедия, что я могу себя чувствовать уверенным за счет оценки другого человека, за счет признания моей фотографии, которая, может быть, там отфотошопена там неоднократно, да, но мне нужно обязательно признание и оценка окружающих. И вот в таком случае родители что должны делать? Здесь вот этот контроль за соцсетями, я вот уже говорила, что контроль в любом случае необходим. Ну, во-первых, не с позиции ай-яй-яй какой-то там или ай-яй какая-то, ну, во-первых, не пропагандировать такой образ. То есть если родитель сам так себя ведет, соответственно, дети будут то же самое делать. А потом родители удивляются, откуда у ребенка интернет-зависимость, почему у него пострадало внимание, память, изменилось сознание, он стал вдруг раздражительным, перестал есть и спать. Да? То есть если родитель сам это позиционирует, а сейчас взрослых очень много таких, которые это позиционируют. Еще наоборот говорят, делай как я. Да. Но практически ребенок понимает, что это круто, это здорово. Это первый момент. То есть родитель сам не является для этого образцом. На втором месте это когда ребенок получает поддержку от родителей в жизни, в реальной жизни, когда родители подчеркивают его достоинства и сравнивают его не с кем-то, а с ним же с самим. Когда говорит, вот смотри, вот ты это сделал, и у тебя получилось лучше, чем вчера. То есть идет сравнение самого же ребенка с самим, чтобы у него была ориентация на личностное развитие, на личностную зрелость и на личностный рост. И вот тогда у него, конечно, то есть меняюсь я, да, а не то, что там сколько мне лайков поставили, да. То есть это равно. Обращать внимание и, соответственно, в развитие вкладываться в какое, где ребенок развивается. Да, посещение тех же секций, кружков. То есть все, что интересно ребенку, вкладываться в это, и чтобы он развивался, чтобы он чувствовал это свое развитие именно в реальной жизни, а не за счет виртуальных вот этих фотографий. Но я перечислю еще два вида. Да, это онлайн-казино, то, что мы говорили, когда вкладываются деньги. Ничем не отличается от игромании, которая в реальной жизни. Единственное, что там больше вкладчиков. Там такая просто армия, видно, сколько людей вкладывается, на этих же биржах играют, да, там. Плюс ко всему, это еще сильнее тебя подстегивает. Начинают подстегивать, и кажется, о, сколько, не все же дураки, все вот говорят, да, не играй, да, сколько нас тут. И вот это тоже зависимость достаточно серьезная, она уже идет с ущербом для семьи, потому что денег очень много уходит в эти онлайн-казино. И последний вид зависимости – это стремление к просмотру взрослых фильмов. Я сейчас буду говорить про взрослых людей, когда там уединяется... Специфичных фильмов, когда взрослый человек уединяется, и в уединении смотрит один эти фильмы, причем все подряд. То есть понятно, что здесь идет уход от реальной близости, уход от реальных возможностей с кем-то познакомиться. То есть человек этот практически он становится замкнутым, и там возникают проблемы еще и в сексуальном плане. Не будем сегодня говорить, у нас тема другая, да? Но это тоже считается на сегодняшний день... Одним из видов интернет-зависимости. Да. Вот так мы и говорим. Все-таки сколько благ нам приносит это интернет-пространство, но не будем забывать о том, что есть и другая сторона, да, оборотная сторона этого явления. И в завершение нашей программы я обещала, что зачитаю историю из жизни. Итак, в семье есть отец, мать, сыну 13 лет, дочке 5 лет. Считает, это глазами бабушки, зачитываю. Бабушка считает, что у всех членов семьи есть интернет-зависимость, но каждый увлечен чем-то своим. Отец после работы до глубокой ночи режется в стрелялки и танки. Жена, по возможности, все время висит в социальных сетях или смотрит сериалы там же. Сын, не выучив уроки, постоянно играет. После того, как начинают выключать и укладывать его спать, начинают орать дико, огрызаться и пытаются всячески навредить, например, этой же младшей своей сестренке, то есть вывести ее из состояния равновесия. Дочка закатывает истерики и швыряет игрушки, если у нее выключили мультфильмы, когда вдруг родители опомнились и сказали, что пора спать. Да? Бабушка считает, что такой образ неприемлем, предлагала несколько раз его пересмотреть, но дети растут дальше, родители считают, что это вообще, бабушка, не твое дело, мы живем так, как мы можем жить там, и как хотим. И вот бабушка спрашивает, вообще можно ли она, как бабушка, имеет ли право хотя бы каким-то образом влиять на детей? Потому что ее убеждают в том, что не надо в чужой монастырь, мы тут так живем, и у нас такой уклад. Да, со своим уставом, да. Смотрите, понятно, что там взрослые люди задействованы. Это вот как раз тот пример, когда родители показывают пример для детей вообще, как нужно жить. Если говорить прямо, так как не нужно как жить. Как не нужно жить. Да. И, соответственно, все, что может сделать бабушка, это дать просто им информацию. Просто сказать, любите сидеть в интернете, вот вам ссылка,
на статью, просто почитайте. Взрослым. Вот еще бабушка-то бы умела, наверное, пользоваться. Например, да, да, потому что, ну, как вариант, это просто. Или посмотрите такую-то передачу. Просто посмотрите, то ли не ссылаться там на общепринятые там передачи о здоровье, а вообще какие-то вот эти вот неплохо было бы, да, чтобы она просто подсунула им какую-то информационную вот эту вот статью или что-то, что-то еще. Это все, что, вот, можно сказать, так в ее состоянии сделать. Я когда вот слушала эту историю, записывала ее, да, я про себя думала, надо просто приходить и детей брать на прогулку. Вот эту пятилетнюю девочку еще, мне кажется, вообще можно, в принципе, увести от этих мультиков. Ну, да? Видите, здесь какой момент. Это не бабушкина обязанность воспитывать детей. Она может взять на себя чужую роль, а потом может получить обратную связь, что ты виновата, ты же там с дочкой занималась или с внучкой. Понятно, что ее задача вернуть ответственность своим детям, своим родным детям. Конечно же, она может еще плюсом сделать там, отвлечь, занять, но, по всей видимости, научить чему-то. Ну, там, да, какие-то дополнительные семейные игры придумать, еще что-то там, да, для детей. Но вообще сложная ситуация, для согласитесь, да? Ситуация сложная, я сейчас не буду говорить, ну, спрашивать, почему там ее дети, да, начали вести именно такой образ жизни. Но в любом случае, все начинается со взрослых в этой семье, это с родителей. Она может какую-то часть взять организации досуга своих внуков, да, потому что они еще несовершеннолетние. Вернуть, дать обратную связь детям. Все. Все остальное только с их согласия. Ну, вот на сегодняшний день, к сожалению, да, такой таким закон. Только такой вот закон, и все, да. Может просто предложить и сказать, сходите, проконсультируйтесь туда-то, да. Но в конце концов, предложить послушать нашу же эту радиопередачу сегодняшнюю. Обязательно, да? Бы сказала, предложить. Да, вот. И, соответственно, только эти выходы у нее. Догнать и причинить добро это не в ее силах. Да, это не в ее силах. Было бы неплохо, если бы она вот нашла в себе силы и организовала какой-то, хотя бы какой-то досуг на своей территории у себя дома, где вот она живет. Ну, если она живет со своими родными, если она живет с ними, тем более тогда у нее есть такая возможность. Какой-то семейный праздник, какое-то семейное торжество, какую-то совместную семейную игру, там, настольные игры, что-то еще, чтобы было общение. Вот если у нее хватит на это сил, и мудрости это организовать бесконфликтно, спокойно. Ребята, сегодня у нас с вами сегодня такой-то день. Печем пирожки все, да. Включая папу. Да. Или у нас сегодня там отмечаем последний день осени, там рисуем листья, там, ну, в общем, какое-то придумать какое-то мероприятие для всей семьи. Вот если хватит у нее ресурсов собственных, тогда это, конечно, будет здорово. Она немножечко семью сможет перевести вот на этот вот, скажем. Ну и, конечно же, будем помнить о том, что дети внимательно смотрят на нас, да, и они являются нашими зеркалами. А потому, прежде всего, если что-то хотим изменить в своей жизни, даже связанное, например, с этим же интернетом, да, нужно начинать с себя. Конечно. Спасибо большое. Это была программа «Практическая психология». Сегодня мы говорили о интернет-зависимостях, проговорили о том, какую же профилактику можно сделать, проговорили про виды, ну и, конечно же, про явные признаки этого заболевания психологического и психиатрического. Так ведь можно, да, наверное, да, сказать? Конечно, да, конечно, да, это психическое заболевание. И помогала мне эту увлекательную тему сегодня раскрывать врач-гештальт-терапевт Елена Шарова. Елена, спасибо. Спасибо. Любви и счастья всем. Всего доброго. Всего доброго. Практическая психология.